Я работаю с гениями. Уважение в такой компании добиться сложно, но возможно. Главное всегда быть в форме. Мои гении – люди увлеченные, поэтому всякое бывает. Попробуй отстирай, если такое пятно въелось в шов. Отбеливатель может испортить ткань, да и щетку не возьмешь. Ну и не с пятном же носить. Новейшее достижение. Новый Ариэль содержит всю силу вспомогательных средств в продолговатых гранулах. Зеленые гранулы позволяют полностью растворить пятно изнутри, даже в плотных швах, а синие – удалить серый налет. Одежда становится безупречно чистой. Красота. Просто и безупречно, как все гениальное. Новый Ариэль. Вся сила гранул для безупречного вида одежды. 16 и 17 марта. Впервые в Москве. Концертный зал «Россия». «Жасмин». В сольном концерте «Перепишу любовь». Информационные спонсоры. Еженедельник «Аргументы и факты». «Русское радио». Справки и заказ билетов по телефону 298-2966. Я люблю маму! Моя одежда. С ней что-то не так. Может, ей не хватает мягкости? Попробуйте магию. Магию Ленора. Добавленный при полоскании, он делает волокна ткани объемнее и мягче. Побалуйте вашу одежду Ленором, и она ответит вам мягкостью и нежностью. Вот это да! Так мягко! Оказывается, моя одежда может быть такой нежной. Ленор. Пусть каждая вещь станет любимой. Подарите вашим волосам настоящий объем. Новый шампунь «Шамту». Головокружительный объем ваших волос. Для этих съемок использовалась потрясающая губная помада. Новая Lipinity от Max Factor. В отличие от других помад, Lipinity выдержит практически все. Она не сотрется и не потускнеет. Даже после 8 часов съемки я в ней уверена. Новая Lipinity от Max Factor. Советуют профессионалы.